В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Специально на подгибке нам нужно сделать, для того, чтобы нам сделать окончание гребня, вот, подготовили вот такую красивую, такой красивый шаблончик. Вот такой красивый шаблончик подготовили. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он выглядит. И сейчас мы прикладывать будем, ну, чтобы нам не тратить много времени. А вот мы сейчас его приложим и будем использовать этот шаблон. Вот так вот он выглядит. Так, приложили. Здесь у нас внизу 30 на отгибку. Совмещаем 30. И здесь поворачиваем. Поворачиваем здесь. Получается, что он у нас 30 миллиметров внизу. И здесь мы сейчас совмещаем и прочерчиваем линию. Вот такую линию прочерчиваем. Вот так вот она выглядит. Так вот мы ее прочертили. Вот таким образом. И сейчас будем отрезать. Берем наши ножницы. Ножницы у нас с изогнутыми лезвиями. Вот такие вот. Вот видно. Ну, сейчас мы подрежем. То есть мы режем вот отсюда и вот здесь заканчиваем. Вот здесь триггерная точка. То есть помним, да, что у нас вот это вот расстояние. Вот. Оно у нас 50 миллиметров. То есть вот до сюда мы должны подрезать. Вот до этой точки. 50 миллиметров. Вот. У нас тут отмерено. Специально отмерено 50 миллиметров. Ну, вот сейчас будем подрезать. Дай вам вот эти ножницы, как я говорил. И начинаем подрезку. Так, так у нас это левые ножницы. Немножко надо их подогнуть, потому что здесь не даст железо гибать. У нас левые ножницы. Так нам надо подогнуть, чтобы железо не дало возможность. Вот и все. Так, внимание. А теперь подрезаем. Другое дело. Где мы там идем? Наша мебельная точка. Так, можно выше эту точку подрезать. Потому что у нас мебельная точка. Так, сейчас. Так, мебельная точка у нас вот здесь. Сюда. Можно и подрезать. Потому что у нас получится 50 миллиметров. Так, ну это часть. Теперь надеваем. Все, мы теперь так надеваем. Ну, соответственно, теперь мы их можем выпрямить.